Епископ Смоленский и Вяземский Пантелеймон принял участие в акции помощи бездомным, которую провели участники православного добровольческого движения из Смоленской Москвы. Слово нашим коллегам из епархиальной телестудии «Святой Меркурий». С начала августа при Смоленской епархии действует добровольческое движение, оказывающее помощь и поддержку смоленским бездомным. Каждый понедельник и четверг возле кинотеатра «Красный партизан» нуждающимся раздается горячая еда, одежда, средства гигиены и необходимые медикаменты. Средства на оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, выделяет епархия, но есть и жертвователи. Постоянных благотворителей у нас нет. Нам время от времени жертвуют какие-то суммы, иногда большие, иногда небольшие. Прихожане жертвуют, обычные люди города жертвуют, там по 100-200 рублей могут даже приносить. Жертвуют одежду, жертвуют продукты. Не в первый раз на помощь смолянам приходят волонтеры из московской организации «Помощник и покровитель». Автобус «Милосердия. Помощь бездомным», принадлежащий организации и оборудованный всем необходимым для осуществления медицинской помощи, вновь приехал в наш город. Мы приехали из Москвы, мы привезли подарки. Это шампунь, теплая обувь, одежда, средства гигиены. И также привезли еду, чтобы накормить бездомных людей, которые живут в городе Смоленске. Московские волонтеры во главе с руководителем организации Ильей Кусковым не только раздали всем нуждающимся одежду, но и постригли всех желающих бездомных, оказали медицинскую помощь, обработали раны, сделали перевязки. В акции принял участие правящий архиерей Смоленской епархии, епископ Смоленский и Вяземский Пантелеймон, являющийся духовным наставником и смолян, и москвичей. Его Преосвященство лично вручил каждому бездомному праздничный подарок. Для каждого несчастного у него нашлись добрые слова поддержки и утешения. Мы считаем, что эти люди, они сами виноваты в своей беде. На самом деле далеко не так. В том, что они такие, виноваты все наше общество. И поэтому оказать им хотя бы немного внимания, хотя бы немного облегчить их тяжелую, страшную жизнь, мне кажется, все-таки должен каждый. Как неоднократно отмечал Преосвященнейший Пантелеймон в своих проповедях, особо важно делать подарки не тем, кто может чем-то впоследствии отблагодарить, а тем, кто в ответ не сможет дать ничего – нищим, бездомным, инвалидам, сиротам. Можно сказать, что эти слова и легли в основу деятельности волонтерского движения, набирающего силу в Смоленске. Это люди, это наши братья, это те, кого мы должны любить в первую очередь. Это Господь, который хочет есть, и мы его кормим. Это Господь, который хочет пить, и мы его поем. Это Господь, который без шапки, и мы ему даем шапку. По установившейся традиции в епархиальном управлении Смоленска состоялась встреча московских добровольцев со смолянами. Архипастырь поблагодарил ребят за совершаемые ими дела милосердия, за помощь людям, бездомным и всем оказавшимся в трудной жизненной ситуации.